Всем здрасте, с вами Спидерлакс и... Ок-твистик. Да, сегодня мы посмотрим, как будет играться в Portal RTX в кооперативе. Вот, я вам покажу, как вообще запустить в коопе любую вообще игру на сурсе. Ну что ж, давайте же начинать. Яник, у меня консоль не открывается, я на тильду жму, блядь, нихуя не открывается. Так, посмотрите-ка, пока что мы еще не создали сервер, вот тут можно подкрутить настроечки всякие. Все. Так, смотрите-ка, что делаем. Max Players. Ставим 2. Вот это самое главное. Вот. Все. У нас рабочий сервер, считай. Теперь просто пишем карту. Map. И какая там первая? Тест. Мне просто к тебе map. Приконнектиться, блять, надо, да? Да. Все, можешь присоединяться. Ёпта. Вот, все. Вот, кстати, вот так вот выглядит Portal RTX. Все, я присоединяюсь. Вот, все, смотрите, активистик входит в игру, видите? И так можно сделать абсолютно с любой игрой. А, все, загрузка. Вот. Вот, да, вот все, ты зашел. А ну-ка, подожди. А, чего? Что такое? У меня что-то вид от третьего лица стал. Чего? Ебать ты! Вот он. Блять, у меня... Ну, потому что... Что за... А, подожди, switch S1 надо написать. Вот, все, теперь можно. Да, все. Нихуя. Вот, от третьего. Блять, как еще раз? Third или хуёрт, как, блять? Third, ну третий, блять. Third person. А, ёпта, ну ты так сказал. Тут такие прикольные отражения от камеры. И сколько у меня FPS? Было больше. А какого хуя третьего лица сейчас хуярю? Ярик, зайди на мой... стрим зайди. А что там у тебя? Ну, в Ютубе на мой стрим зайди. У нас почему-то... сервер, он не может одну модель прорисовать, но я вижу тени от тебя, смотри, видишь? А, блядь. Так, ну смотри, вот тут. А, сука, вот ты стоишь, блядь. Вот сейчас у меня сейчас вроде все нормально. А я тебя нихуя не вижу, блядь. А я тоже. Это нормально, забей. Вот так. А, подожди, может надо комнату перейти? Может там специально так сделано? Я в лифте, блядь, сейчас. А, так ты в лифте? А, ты съебался уже, блядь. А, сейчас это должно, короче, смотри. Да ебать! Кто там? Ты в лифте, да? Блядь, у меня портал вылетел, нахуй. Да нет, это просто карта сменилась. А ты меня по тени можешь увидеть, если что. О, ебать, я тебя увидел. Только ты, да? Сразу пропал, вот, блядь. Только ты сразу пропал, нахуй. А забей, просто одна моделька может быть у нас. Либо ты, либо я. Вот так, оказывается, выглядит у нас моделька, когда мы от первого лица играем. Так, подожди, как нам попасть туда? Еще раз. А, смотри, нужно подождать, когда... Вот, все, проходим сквозь портал. Да я ебал, нахуй! Что происходит? Вот ты стоишь. Все, у нас портальная пушка появилась? У меня нет, сука. А, все, теперь появилась. Да я ебал в рот, блядь. Ярик, забери у меня эту модельку нахуй, пожалуйста. А ты можешь ее, по-моему, поменять как-то. Сука, я ебал в жопу эту игру, сука. Что происходит? Вот все, блядь. Кстати, смотри, обрати внимание, порталы почему-то не работают тут. Да, тоже верно. Ну, короче, как вы поняли, именно эта игра, она очень плохо подходит для коопа, нужно... Короче, она вообще не для коопа, ёпта. Ну, не, ну знаешь, хотя бы мы смогли создать сервер и побегать, это уже достижение. Да. Для того, ну, конкретно для сурса и для того, что можно здесь создавать вот так вот сервер. Вот. Ну, наверное, сейчас я просто буду сам уже, ну, покажу вам какие-то интересные, красивые моменты в портале. Да, я выйду нахуй и не буду тебе глаза ломать. Ну да. Так, ладно, сейчас я такой там на второй главе, вот тут четвертый уровень. Вот, сейчас Матвея не будет, ну, как вы уже поняли, по-моему, я все это говорил. Сейчас просто я буду показывать какие-нибудь прикольные моменты из Portal RTX. Вот, то, что я тут заметил, вот, а не полное прохождение, потому что я проходил как бы уже эту игру. Вот, поэтому, ну, что, давайте начинать. Вообще не знаю, как вам, но я просто балдею с этой кнопки, с этих кнопок. У них просто такая текстура, как бы, я не знаю. Просто для сорса, ну я в ахуе. Хотя здесь RTX Remix используется, но похуй.
Еще не знаю, почему здесь Гладес говорит на английском, но вот так вот. Во, вот это вообще прикольно как-то. Сейчас посмотрим, как вот этот... Я постоянно забывал, как это называется. Но мне нравится. Это как оно летит. Не очень круто. Мне нравится. И, блин, смотрите, как прикольно тут сделано. Свет вот так вот переотражается. Так, а вот тут уже интересно, тут уже появилась вода. Ебать. Так вот ставим. Не, ну это вообще просто бомба. Знаете, давайте-ка посмотрим, как здесь вода вообще выглядит. Вот если вот так вот погрузиться, я не знаю. Ну да, здесь, конечно, она не очень проработана, потому что не планируется в ней плавать, но, блин, все равно это очень круто просто, я не знаю. Блин, еще я тут, опять же таки, в лифте такую странную штуку заметил, хотя это, наверное, обычно нормально для RTX. Тут постепенно появляются лучи. То есть... Ну, вы видели, короче, когда я на потолок смотрел, они вот так вот постепенно вот так вот появлялись. Ну тут не знаю, тут Не, ну вот это прикольно, как... Вот здесь лава, я не знаю, что это. Берет вот так вот, переотражается в эти металлические стены. Очень круто выглядит. Так, вот тут одна из сложнейших... О, кстати, вот тут это чел отражается в стекле, вот это прикольно тоже. Вот, кстати, в киберпанке такого RTX-а не... Ебать, тут искажение еще такое. В киберпанке такого RTX-а не было, то есть все как бы остальное отражалось, но сам Ви не отражался. Это было очень как-то странно. А, и еще в Майнкрафте также мы не отражаемся почему-то, я не знаю, как бы... Хотя, вот видите, у нас тут тела тоже нету, ни ног, ничего, но все равно мы отражаемся в отражениях. Наверное, сурс такой, я не знаю, или почему еще так. Кстати, давайте-ка я посмотрю, как шахта это выглядит. Вот, вот так она выглядит тут снаружи. Ой, точнее, без лифта. И, ну, это прикольно. Так, все, открываем вот эту вот дверь. Вот тут опять вот это все начало переотражаться из-за вот этого сигнала. Ой, знака точнее. Так, а вот... Ебать, ну вот это вообще. Еще у нас тут тень от самих себя. Есть, это же вообще охуенно. Вот тут, блядь. У нас даже стопы видно. Наши... Мы можем разглядеть даже пальцы. Жесткая нехватка FPS. Во, ебать. Вот это я понимаю, артефакты. Не, давайте... Так, надеюсь, оставшуюся игру не будет никаких артефактов, фризов. Да в смысле недоступно? Так, ладно, короче, сейчас я перешел на Shadow Play. Извините, если будет какой-то звук, это вам не UBS. А в UBS у меня просто сбой кодека произошел. Из-за этого у меня прервалась, ну, видеотрансляция. Просто места нету, я через стримы все делаю. Вот, вот придется по-быстренькому вот так вот делать все. Блять. Не знаю, насколько мне хватит записи. О, кстати, так, это комната Редмана, да, насколько я знаю. Так, не, ну вот, вот это прикольно. Вот тут что-то уже человеческое, молоко. И оно все, ну... Да, но все так же тут переотражается. Ой, ну ладно, просто отражается. Хотя, может, здесь и трассировка
путей тоже есть, не знаю. Кстати, как выглядят офисные помещения, мне интересно. Сука, я не могу взлететь. А вот. Так, ну сейчас тут нету пола. Ну, вот так вот, короче. Да. Так. А, бля. Кстати, как будет вести себя турель, если она упадет в воду? Ну, в смысле, как это будет выглядеть? Блять. А, ну. Вот еще тут, кстати, какое-то офисное помещение. О, здесь даже можно брать пропы. Так, а вот та самая комната, ебать. Где нужно вот так вот прыгать. Так, смотрите. Вот это вот так у меня стоит. Прыгаем вот так вот. Блять. Ебать, в последнюю секунду успел. Блин, я на рандом вообще как-то, блядь, сделала, но сработало уже, нихуя. Все, вот это говно работает. Во, кстати, вот тут. Так вот мы выглядим. Блин, реально можно много рассмотреть. Вообще он находится тут, а не, скажем, ну, там, где должно, наверное. Мне интересно, как будет выглядеть этот огонь. Она сейчас его включит, правильно? А, не, она, по-моему, уже это сказала. Вот все. А почему она такая медленная? А, да, это она должна была здесь что-то говорить. И вот так тут выглядит огонь. Ну, или же должен выглядеть. Но он не горит. Так, ладно, ищем вот так вот, короче, делаем. Нет, подожди, мне интересно. А, так она просто вниз будет спускаться, ладно. Так, все, вот тут уже начался полноценный побег, короче. Блять, нормально, что она так лагает, да? А то просто... Блять. Ебать. А то просто такое ощущение, блядь, что это она реально у меня лагает. Потому что комп не справляется. Так, кстати, вот так вот тут открывается дверь, и, сука, у меня... Пиздец, как сильно лагает. Блять, ну да это... До этого же нормально, блядь, было, ну алё. Кстати, вот тут еще какая-то комната. И, блядь, просто посмотрите на вот это нахуй освещение, блядь, как же это. Просто охуенно. Вот оно вот так вот отражается, это вот. Не, может здесь реально трассировка путей, как в Киберпанке. Какой здесь реалистичный свет. О, сейчас будет вот это самое. Как там она? Установка, короче, вот такая вот. Во. Ну, так себе, конечно, взрывы. И они какие-то мало детализированные. Не знаю. Кстати, что если я встану сюда? А, ничего не изменится почти. Ну. Так, ебать, тут нахуй стекла. Блин, знаете, это даже лучше, чем Minecraft с RTX. Это вот это намного, это пизжа. И отражение здесь лучше. И ну, освещение хз, вот отражение точно. Так, тут вот так вот. Вот.
Вот то самое помещение с турелями. Так, мне нужно сначала выбраться. Так, да, вот оно. Вот тут турели. Ну, я их не буду, естественно, уничтожать полностью. Так, вот еще тут одни помещения. И ну, блядь. Я до сих пор не перестаю этому удивляться. Вот, все, сейчас мы будем уничтожать Гладес. Ебать. Здесь есть отражение отражений? Ну, тут хз. Нужно именно зеркало, чтобы было. Именно RTX зеркало, а не обычное сурсовское. Тогда мы поймем. Очень. Все, сейчас будет... Кстати, как она выглядит? Так, кстати, вот так вот загощет. Эта хуйня выглядит. Ну, давай я на тебя посмотрю-то. Охуенно. Так, вот. Так, вот тут она нам дала такой модуль. Его нужно сжечь. Так, ну что, сжигаем. Все, сейчас будет жесткий факт. Ой, какой факт, блядь. Файт. Взял слова, перепутал. Такие разные, но такие похожие. Все, давай, блядь. Она, по-моему, не лагала в оригинале. Или лагала, но я просто не помню. И на нахуй, ебать. На нахуй. Опа, все. Все, кажется, да, все, она разваливается. Отлично, я прошел портал с RTX и весь сурс. Ладно, почти весь, но можно считать, что весь. Как минимум больше, чем среднестатистический геймер. Ебать. Ну-ка, сейчас посмотрим, как выглядит эта улица. Ну, не это просто улица. А куда ее здесь засосала? Почему это какое-то белое пространство или это улица типа? Так, вот тут отсылочка, значит. RTX видеокарта. Только она какая-то мыльная. Не, ну чё, прикольно. Но только, правда, деревья обрезанные почему-то не исправили. У меня есть что не прогружается, потому что HDD. Вот я на HDD установил. Ну так похуй. Так. Ой, бля, лагает. Ну, короче, вот такой получился ремастер-ремейк, хз, как это назвать, наверное, что-то между. Он мне пиздец как понравился, только, правда, оптимизация не очень. Либо это не в оптимизации дело, в видеокарте. Ну, хз. 4060 Ti, я думаю, нормальная видеокарта подошла бы для Portal. Хотя, с другой стороны, я на ультрах запустил. Ну, короче, хз. Вот. Жду Half-Life 2 с RTX, потому что Nvidia уже недавно анонсировали. Вот тот самый тортик. И, ну, вот так вот.
Просто он, ну, как я уже говорил, охуенный. Очень круто сделан отражение, лучше, чем в других играх, в которые я пока что играл с RTX. Всем. Вот огромное спасибо за просмотр и всем пока.